Автобус номер 27 – первый рейсовый транспорт на новой шестиполосной автодорозе. Свой початок он берет на вокзале, рухается про площадь Ленина и Мельника Лух. Финишной промой является автодорога «Усходний обход». У салоне ожидается бесплатная раздача Wi-Fi. Покуль на этом маршруте только два автобуса. Але в худким часе будет проведен анализ пассажиропотоку и отбудется корректировка раскладу. Появилось 4 остановочных пункта, каждый по одной стороне движения. В направлении города остановки называются улица Бородина, 72-я школа, 19-й микрорайон и бульвар газеты «Гомельская правда». В направлении с улицы Хатаевича на улицу Каменщикова остановки называются 18-й микрорайон, храм святителя Николая Чудотворца, 19-й микрорайон и улица Бородина. Право ажыццяўляць пассажирские перевозки атрымал автобусный парк номер 6. Новый маршрут сможет разгрузить центральную участку города. У целом для этого робятся и іншыя кроки. По ширине улицы – повеличение колькости парковочных мест. На чарзе – реконструкция улиц Кожера и Подгорной. Вообще очень благодарна нашему руководству, что наш город процветает, что вот открываются новые маршруты, новые объекты. И вообще наш город очень красивый. Вот приезжают люди, как бы есть чем позавидовать. Я горда за то, что я здесь живу, в этом городе. Зараз улады города разглядают пытание об организации транспортной связи у 59-м микрорайоне. А кроме того, у будущем, магчыма, продолжение маршрута у 94-м и 92-м до микрорайона Хутор и организация работы рейсового транспорта у бок Червоного маяка. Ганна Ковалева, Александр Токаров, телерадиокомпания «Гомель».